А сейчас, как говорится, настало время охуительных историй. Новости из интернета. Жена футболиста ПСЖ Ашрафа Хакими подала на развод и раздел имущества, потребовав себе половину. Но оказалось, что у футболиста ни копейки за душой, а все его деньги и имущество записаны на маму. De chipiona, de faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera.